когда речь идет о подготовке украшений. Там делают татуировки, и есть особая техника. Потребовалось время, чтобы довести ее до идеала. У каждого свое место, у каждого своя роль. Это как поезд на рельсах. У нас большая татуировка для Джульетты. Мы хотели что-то неплеменное и необычное. Я увидел веревку в татуировке. Лу нашел похожую, напоминающую рваную шерсть. Разрабатывая дизайн, я понял. Нижние уровни угнетены, но имеют художественное выражение. Поэтому там есть татуировки. Не может быть природных форм, их не знают. У Джульетты татуировки дружбы, кольца и браслет. В этом был элемент ее пути. То, что они делают, искусство, требующее времени. Не просто создать и выглядеть хорошо. Нужно, чтобы оно прижилось. Это годы, это татуировка, которую я ношу годами, это макияж, который не макияж, это просто украшение в своем состоянии.